Волнуюсь всегда. Меня это бесит. Это достало просто. Я уже не могу. Я превращаю переживания в наглость. Димочка, мы Димочки машем. Что ты такого замутить на голове? Я слежу за творчеством Димы Билана на лет 10. Это большой мастер. Очень хотим увидеть Диму Билана. Я его обожаю. Вообще желаю самых лучших успехов дальнейших творческих. И все время кажется, ах, как бы не выключился звук. Или чего-нибудь еще не произошло. Хотя я выхожу на сцену, я вообще абсолютно меняюсь сразу. Другой человек. Хрен, как ты даже подумаешь, что я где-то там пережил. Это нужно, всегда нужно скромность на сцене, во что-то перерабатывать. Я вот сублимирую, это вот такое. Абсолютно, вот это вот все. Ну мы ждем. Мы очень excited. Я думаю, что это будет невероятно крутой концерт. Сколько раз я видел работу большого мастера. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Слышь, вот на это я рассчитывал, конечно же, услышать громко, мощно, вас, уважаемый. Я крайне рад сегодня быть вместе с вами. Мы с тобой мечтатели, а мы такие разные, просто не похожи на других. Да-да-да-да. Я что ли? Вы мне меня подарили? Спасибо. Да, я козерог, подойдет. Подходит. Он хотел, чтоб мы любили, но мы любим лишь себя все равно. Как же глупо слепо верить, что сами распахнутся в счастье двери. Он хотел, чтоб мы любили, но мы любим лишь себя все равно. Как же глупо слепо верить, сами распахнутся в счастье двери. Я, вы знаете, являюсь, конечно, большим-большим, огромнейшим, невероятным фанатом одной потрясающей девушки, актрисы, легенды буквально, которая сегодня в зале находится. Это Мила Йовович, спасибо огромное, что ты сегодня здесь, где-то, вот, и... Ну, все невозможно, буквально возможно, да. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможно, невозможно.
никогда не известно, что может произойти импровизационного на сцене. Очень приятно. Ну что же вы такие все классные такие?